Привет, дорогие друзья, с вами я, Дисан, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксель Мод. Да, в прошлом эпизоде мы пытались найти камень для Иви, как бы камень льда, чтобы эволюционировать Иви, но не нашли. Но сейчас, я думаю, продолжим не искать, а просто качать покемоны. Как ни странно это звучит, дорогие друзья, но я только что вот так просто шел, нашел вот тот покемон, какой нафиг покемон, нашел вот тот покебол, который валяется на земле, как что с него можно выбить различные вещи, и опять выбил вот это. Не удивляйтесь, я не использовал там креативный режим или еще что-то, но в принципе я могу это использовать, так как я уже говорил вам, что я иногда буду его использовать, так как я увидел, что никто не против там, так как уже многие понимают, что я просто пролил этот сезон только для того, чтобы еще словить там несколько покемонов, прокачать их, и чтобы просто-напросто еще не заканчивать этот сезон, да. Поэтому я, в принципе, могу взять на всех покемонов вот такой двойной опыт, но я, честное слово, я сейчас нашел один... как раз, you found one XP share. Типа, я нашел один покебол и открыл его, и вот нашел вот это. И это отлично, так как сейчас это поставим сюда. Этот покемон у нас уже прокачанный, тогда поставим вот сюда, да. Я не знаю, что тут будет. В принципе, я могу так прокопать, так как вот на таких островках всегда можно найти шахты, и как раз можно найти вот те самые, как бы, фоссил, это как бы закаменелый покемон, да, исторический, вот в таких местах. Ну, сейчас, я так понял, ничего нету, вообще никакой шахты нету. Да, ладно, тогда не будем париться, а просто-напросто вылезем. Так, и вот это, и все. Вылазим. Еще долго? Ух ты. Ну, так, вот это сейчас. Вот так. Так, секундочку. Что-то я хотел, но я уже вроде забыл. Ладно, тогда просто продолжим. Что-то я вообще хотел, но так как-то забыл, так сразу, не знаю почему. Ладно, тогда, в принципе, в воде я уже не знаю, каких покемонов можно найти, которых у нас нету. Я думаю, еще можно найти Лапрас. Это тоже я много раз встречал вот такого покемона, только у нас его нету, да. Я его не словил. Аману, может, тут найду какую-то шахту? Хотя бы постараюсь. Нет, нету ничего. Она всегда так близко к поверхности. О, алюминий. Еще алюминий. Значит, может, где-то будет тут шахта. Хотя я так не думаю. Еще алюминий. Да, нету, короче. Так, ладно, тогда опять убираемся. Вот так. Короче, я тогда сейчас просто-напросто пойду искать покемонов и все. Не буду я искать шахты, потом, может, просто-напросто так возьму и добавлю себе всех доисторических покемонов, так как просто в конце. А может, посмотрим, короче, да. Хватит? Да, хватит. Тогда я даже не знаю, куда можно идти, куда искать каких-то покемонов для прокачки, в принципе. В принципе, я знаю, вот там есть шахта, так как я там видел одного покемона, Кобальт называется.
он только бывает в шахтах, но бывает так, что он с них выходит, как бы, если шахта под землей, то там иногда есть дырки и шахты как бы в море, и он просто-напросто с них выходит и как бы поднимается наверх. Ну, я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Как бы вода стекает вниз в шахты под водой. Что-то опять глючит. Так, куда тут можно спуститься? Вот с этих всех покемонов, что тут, возле меня, все есть, как бы. В разновидность покемонов есть. Это вся. Вот. Этот мертвый. Так, опять там машина едет. Ух ты, извините, дорогие друзья, действительно, машины просто ездят. Так, что я хотел? Включу я гейм-мод. Просто-напросто, чтобы каждый раз не телепортироваться домой, возьму себе вот это. И просто каждый раз буду ставить. Вот так. Это будет и удобнее, и не нужно будет каждый раз телепортироваться домой, да. Давай. Лечись. Все. Сейчас пойдем в джунгли. Думаю, может, поищем каких-то там покемонов. Посмотрим. В принципе, да, вот этого можно качнуть. Сейчас Мью. И... Все, отлично. Еще на этом можно качнуться так нормально. Мью. И убиваем. Убили, отлично. Все, так, идем дальше. Так. А я не знаю, Голден вообще эволюционирует как? С помощью прокачки или с помощью... Ух, что-то глючит. Или с помощью камня воды. В принципе, я не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто знает. В принципе, я могу попробовать просто взять камень... Ух, опять что-то глючит. Просто взять камень воды и как бы попробовать, эволюционирует ли он или нет. А, на, или как там, Голден. Да, что-то у меня в джунглях немножко подлагивает. Опять машина. Ух, нифига себе, сколько тут покемонов в воде. Это что такое? Сейчас я сделаю день. Это что вообще за аномалия какая-то? Вода просто-напросто не стекает туда вниз. Какая-то тут дырка непонятная, не знаю. Тут уже начало стекать. Какой-то бермудский треугольник не стекает туда вода. Или что это? Ладно, короче. Мы вроде деревню нашли, но я вам, если честно, не помню, были ли мы там или нет. Ну, в принципе, проверить можно. Так, опять мир не прогрузился полностью, поэтому немножко может глючить. Чё-то я давно не находил покемонов-боссов. А надо бы. Да, немножко подлагивает. Так, я не знаю, были ли мы тут. Нет, не были, так как огороды тут не разграблены. Ты чем торгуешь? Да, Glowstone. Лампа. А ты чем? Конечно. А ты чем? А ты? Так, зажрались вы, ребята. Какая-то... Ты уже заколебал глючить. Харе уже. Лаги вообще сдуреть можно просто-напросто. Ладно, короче. Странная какая-то вообще деревня. Я думаю, просто-напросто побегу вперед. Или куда лучше пойти? В какую сторону? Да ты уже... Твою же. Так.
Если дом там, значит мы должны идти вот в противоположном направлении. Да, 11 FPS. Вообще как-то скачет. Во. Стою. 32 FPS. 30. Иду. 14 FPS. Да, наверное, мир все-таки еще не до конца прогрузился, так как я тут еще даже не был в это, в этой локации. В принципе, если я нашел деревню, это уже значит, что я тут не был, да. Поэтому может немножко глючит. Даже не немножко, а думаю, вы видите, как это глючит. Фу. Так, да, ну видите, как мир грузится прямо на глазах. Вот. Поэтому генерация, ну, всегда глючит, когда что-то генерируется, это понятно. Так, ну, в принципе, мы тут нашли поле какое-то. В принципе, там всегда есть в полях такие покемоны, на которых можно более-менее нормально прокачаться. Вот там еще один покемон я видел, такой, ну, нормальный такой уровень, на котором можно нормально прокачаться. Отлично. Да, он сильный таки достаточно. Ну, наш Мью. Его с двух ударов. Отлично. Идем дальше. Знаю, что еще можно тут найти, каких-то покемонов. В принципе, да, я думаю, вот буду так просто-напросто идти прямо. Да иди ты. Да, что-то глючит реально. Ух, я еще знаю вроде одного покемона, которого у нас нету. И как раз я вот. О, еще один такой покемон, на котором можно отлично качнуться. Попаду, не попаду. Нет, не попал. Попаду. Так, сейчас. Во, отлично. Не убьет его с одного удара. Накаркал. Так, ну давай, бей его. Один. Два. Отлично. Да, отлично. Так, что я хотел? А, ну все, я вспомнил, какого у нас нету покемона. В принципе, я его могу потом словить, так что не буду пока что париться. О, еще вот такого у нас нету. Ну, это вторая вроде эволюция. Первая, не помню, как там называется, но, в принципе, можно найти. Фух, так. Я еще вот в этом, как его, в этой биоме поле можно еще найти электробуза. В принципе, его у нас нету, и вот этого у нас покемона тоже нету. Поэтому еще напишите, если вам, ну, нечем заняться. Ну, в принципе, не нечем заняться. Просто напишите, если у вас есть желание. И каких покемонов у меня еще нету, но они есть в игре, да. Например, там электробуза у меня нету. Вот, в этом и напишите. У тебя нету там электробуз. Еще там какого-то покемона у нас нету. И так и напишите. У тебя нету вот того покемона. И так пишите, каких покемонов у меня нету, чтобы я уже знал наперед, кого мне нужно ловить, кого мне нужно искать и кого мне нужно пытаться найти. Да. О, еще один такой покемон. Ну, я думаю, в принципе, на этом уже можно закончить этот эпизод. Немножко таки мир все-таки действительно проглючивает. Так что я думаю, уже вот тут можно как раз остановиться. В следующем эпизоде я убью этого покемона. И да, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.